еще одно место хочу показать, где снимался фильм «Кавказская пленница». Вот. Это город Алушта, улица Ленина, дом 1. И вот он, Никулин. Красавчик. Смотрите, у нас прям угли прекраснейшие, вот. Мощные. Смотрите, сейчас какая этот... печь у нас классная. Как зовут вас? Я, кстати, не спросила. Меня Мурат. Мурат. Вот Мурат нам помогает, мы жарим шашлык. Так, это у вас просто они сварены, я чуть-чуть поджарю, как вы попросили, да? Да, да, да. И потом уже сейчас остынут немного и поставь. Видите, они прям очень, ага, хорошо. Угли очень сильные, мощные, угу. Очень сильно жаркие. Жаркие, хорошие. Это нам Мурат все сам сделал. Вот, он молодец. Тут мужчин-то, мы без мужчин приехали, а я вот нанизала все, отварила картофель, смотрите, и сейчас вот все это... будет стоять в печи. Вот такая печь у наших хозяев. А, вот так вот мы здесь жарим. А вы, Мурат, из чего будете делать? А? Из баранины? Вы, да, шашлык? И свинина. И свинина. И утятина, и баранина. Ух ты! У нас этот ассорти. Ассорти, угу. Ну, вы сегодня уезжаете и празднуете, да? Завтра уезжаем. А, завтра, сегодня празднуете. Перед поездкой, да. Угу. Ну, такая печь классная, там вот можно столик, можно все нарезать, все сделать. Очень уютно, все тут мы отдыхаем вместе. Ой, смотрите, Мурат уже принес свои колбаски. Ой, красота. Можно я покажу, да? Конечно. Смотрите, и утятина, вот смотрите. Ой, ты боже мой, ой, ты какой мой хороший. Вот видите, свинина, все тут у Мурата приготовлено. О, все у нас жарится. Какая печечка. Вот. Смотрите, какая красота. Ой, ой, какие запахи. Ну, сегодня пошли, будем... Да, запахи уже. Да, сегодня будем гулять, отдыхать. Мы празднуем приезд, а соседи отъезд. А мы все только приезд пока. А у вас все только приезд, у нас, да? Все только приезд. Нам еще целая неделя здесь. Хорошую печечку придумали, да? Классно вообще. Ну, печку когда вы видели? Красота. На углях. Здесь угли. Да. А вот так вот картошечка, знаете, как вкусно? Ой, очень вкусно. Я ее отварила, замариновала, как я вам показывала. Там вот можно на улице, видите, все жарить. И в номере, в номерах тоже что, есть. Что, все? Да, ну вот, вы видели, все удобства. Дома. Ну, Мухаммед и Лейла, такие хорошенькие. Такой кучерявенький. Год и 7, да, Мухаммеду? Да. А нашему Арсению год и 10 сегодня мы еще празднуем. Да вы что? Да, Арсению 3 сентября 2 года. Арсений, с днем рождения тебя! Все поздравляют! Друзья, всем привет с набережной. Я вышла с Арсением погулять немножко. Девочки сами пошли погулять, а я с Арсюшей погуляю немножко. Вот, смотрите, какая красота. По-прежнему все то же самое. Сенечка, вот так ты смотри, вот так. Туда не надо, то... Вот, ты же видишь, смотри, банан, да? Банан, да, Арсюшенька? Банан. Ба, он говорит. Банан, да? Катаются, да? На катере. Банан на катере. Он первые буквы говорит. Ба и ка. Это катер. Да. Катаются детки, да, Арсюшенька? Арсюша хочет тоже кататься, да? Ну, посмотрите, какой Арсений уже загорелый. Черненький такой весь у нас.
загорелый маленький. Ручки загорелые у него. Да, ручки и у бабы не лучше. Вернее, такие. Баба. И баба, и Арсюша загорел, да? Осенний, да, с бабой, да, загорели? Да. Баба, да, загорели мы. Нет. Уже домой поедем. Завтра воскресенье, а в понедельник мы вылетаем, на самолете летать будем, да? Да. С Арсюшенькой. Нагулялись. Бабушка в балаклаву съездила, да. Уже потом приеду домой, друзья, и фильм из балаклавы. Да, да, да. Покажу вам дома, уже буду монтировать. Да, да, да. С бабой мы катались. Садись, поедем. Садись, поедем, да? Показывай, сколько у тебя красоты, сколько тебе мама тут купила. Ух ты! Садись, садись. В общем, дорогие друзья, наотдыхались вдоволь. Честно скажу, вот уже сегодня я домой хочу. Не знаю почему, но вот сегодня у нас получается 10-й день. Я домой хочу очень. Да, да, да. А вечером на машинках? Ты уж на каких только не катался, Сюшенька. Вечером с мамой. Как метеор бегает, я за ним не могу одна усмотреть. И коляска, и если его выпускать, все, его тут не найдешь. Он носится, носится, бегает, бегает. Так что отдохнула я в балаклаве просто. Я вам даже передать не могу. Это надо быть на том месте, где была я, чтобы прочувствовать ту красоту. Такое, в такое увлекательное путешествие ездила. Такая благодать, такая красота, такая сила природы и мощь. Друзья, мы живем в прекрасном мире. Это вообще, это так, когда попадаешь в такие места, все это начинаешь осознавать настолько сильно и буквально вот просто наполняешься гордостью, что ли, счастью, радостью такой, что мы живем в таком прекрасном мире. На земле, где есть столько красивых мест, где шикарная природа, которая может нас радовать. Вот. Ну, сегодня и завтра я подышу, просто хочется к морю и все. Масянечка, не вставай, моя кошечка, а то ты упадешь. Ну, давай, сейчас я подниму тебя, и мы посмотрим. Ну, ладно, дорогие друзья, я пока сейчас с ним поиграю, потом подключусь еще, что-нибудь покажу и поговорим. Ну вот, дорогие друзья, мама пришла. И Сенечка уже при машине. Ветерочек такой. Арсюша уже катается. Тут читала такой комментарий, мне не особо есть времени отвечать на них, друзья. И я извиняюсь, конечно, но тут читала комментарий, что зачем я показываю внука там, как мы танцуем, как это. Вот хочу бы я показала, сколько стоят везде номера, какие цены по номерам, в еде везде. Друзья, я не за этим приехала. Я себе отвела 10 дней отдыха для того, чтобы гидом устроиться или экскурсоводом, или там, не знаю. Наверное, все-таки есть какие-то каналы, которые снимают, вы поищите в интернете. Ну, которые снимают о ценах, об отелях. Я не люблю этим делом заниматься, дорогие друзья, потому что, дабы потом не быть виноватым, вы сами смотрите, выбирайте сами то место, где вы будете отдыхать. Вот, поэтому как бы я приехала отдыхать, а не бегать с камерой. А вы знаете, просто так на отелях не стоят цены, не висят. Это нужно потратить огромное время, огромадину времени, чтобы ходить и находить все это. И по такой жаре ходить, по рынкам, по магазинам, узнавать цены и говорить. Я не для этого приехала. Я думаю, что все-таки снимают местные блогеры. Да, думаю, что есть крымские блогеры. С удовольствием бы я тоже посмотрела, мне в голову сегодня пришло. А мне кажется, что лучше обратиться вот на такие каналы. Поэтому, девочки, я вот честно вам говорю, я не для этого сюда приехала, мои хорошие, я приехала отдыхать. Кто его знает, что будет на следующий год, и я сюда не приеду. Я хочу расслабиться, отдохнуть, и я не обещала, что буду этим заниматься. А буду снимать то, что у меня есть. Вот я гуляю по набережной, снимаю.
В кафе танцуем, я сняла. С Арсением на дискотеке, он очень любит танцевать, есть вечером дискотеки детские, хожу, показала. Балаклаву отсняла, много кадров. Это, наверное, я уже домой приеду, потому что я не хочу здесь сидеть и монтировать видео. Там очень много кусочков, это очень долго. Не сказала бы я, что суперский Wi-Fi здесь, да. Глючит, и подолгу глючит, бывает, что я целый день, у меня крутится видео. Да, вот это хотела отметить. Именно там, где мы живем. Ну и многие здесь жалуются. Поэтому я свое время драгоценное хочу использовать для себя, во благо себе. Подышать. Вот. Вот 2 дня осталось, я хочу вот тут ходить, дышать. Днем, утром и вечером купаться. А еще вот сейчас уже на дворе 7 часов, я просто хочу гулять. И все, дышать морским воздухом. Просто хочется радоваться и отдыхать вовсю. А кто это там идет? Кто? Он хочет один, а я боюсь тоже его выпускать. Он, знаете, его выпускаешь, он тю моментально. Нет, все, зайдем. Хитрый пацанчик такой. Ох, ничего себе. Мазенька. Туда хочет Арсюша. Смотри, Ляля в колясочке ходит. Это катается и молчит. Смотри, Ляля. Ляля. Дети были большие, он все равно нас ходит Ляля. Ладно, дорогие друзья, буду какие-то кадры выбирать из сегодняшнего, с завтрашнего, последнего дня. И буду выкладывать. Наверное, посажу тебя проходить. Смотрите, кого мы встретили. Вообще. Ух ты. Ты, мне даже страшно. Дорогие друзья, знаете, что хочу показать? Вот если бы все растения замульчированы были мульчей, приличный слой, то не болели бы растения и не сжигало бы их солнце. Мне кажется, что на югах так и нужно сделать. Все растения, ну вот на набережной, где вот здесь самые красивые, где люди ходят. Вот, чтобы все замульчировано, мне кажется, нет проблем. Даже не обязательно дорогой щепой какой-то, можно даже мелкий гравием или ракушник. Ну, мне кажется, все можно придумать. А не чтобы зарастали растения и постоянно их поливать. Достаточно замульчировать, и все, и они будут расти и поливать редко. Вот вчера дождь у нас хороший был, все пролил. Ну вот эта дождь бы хватило бы до следующего дождя им влаги. Я думаю, что так. Очень хорошо пальмы здесь. Вот смотрите. Вот так их замульчировали. Классно. Боится? Боится его. Боится, как сильно. Ой, как страшно. Вот это да. Привет Ютубу. Вон, видите, какой он крутой, его снимают. Как страшно. Ой-ой-ой, вообще. Не боится девочка, вообще. Все купаются. Вот. А я здесь хочу посидеть, отдохнуть, подышать свежим воздухом. Вот я говорила вам про то, что где пальмы, цветы здесь посажены. Не так уж и много здесь места, вот таких оазисов, уголочков таких, чтобы как бы слишком дорого было. Ну, по щепу
рассыпать, чтобы замульчировать растения. И мне кажется, ничего здесь не горело бы. Один раз сделать и все. И будет прекрасно. А так, конечно, то и дело надо полоть и все такое. Был дождь, вот смотрите, прямо видно, мокрые цветники. Дождь сильный был. Так что, вот если вот, это, вот эти местечки замульчировать, то будет классно. Вот. Вот в Ялте мы были, там все замульчировано щепой, все гравием, ракушником где-нибудь, красиво так местами сделано, гравием, местами щепой. Знаете, как красиво, немного песка где-то. А здесь, конечно, жалко. Вот немного таких мест, они маленькие, вот их бы, конечно, как следует замульчировать, и все будет хорошо. Когда пройдет дождь, то долго будет. Вот даже сейчас вот дождь был утром, и как долго держится вот здесь влага, что дождь хороший прошел. А под мульчей, представляете, растения бросли прекрасно. Я считаю, что так. Вот в Ялте везде. Мне очень понравилось. Судаки тоже так красиво я видела, тоже разноцветные, причем там это щепа. Вот. В прошлом году в Анапе мы были, в Анапе тоже так сделано. Тоже мне понравилось щепой. Друзья, вот смотрите, при подъеме везде по одной кошечке, и они тут кушают, их кормят. Вот, и вот, и вот так при подъеме, и внизу, там у моря, то же самое, дорогие друзья. Конечно, мусорка, не очень красивое место, а котики, вот они, у каждого свое место. Вот так вот, и доверху. Так, ну что ж, дорогие друзья, я, наверное, уже закончу съемки, такие простенькие, да, на набережной, где мы гуляем. Уже все, завтра улетаем домой, утром у нас самолет. Вот. Так что отпуск закончился, пролетел вообще незаметно. Вот. Так что дома ждет меня мой любимый домик. Мой любимый сад, мои теплицы, мои томаты, перцы, арбузы, дыньки. Интересно, насколько они увеличились. Арбузы Артем прислал мне, а дынь говорит, маленький, не буду даже фотографировать тебе. Ну, потому что поздно высадила рассаду. А так все прекрасно, у нас дома дождь. Ну, вот. Так что уже завтра я буду дома со своими любимцами, заниматься делами, собирать семена, ферментировать, закатывать огурчики, перчики и томатную пасту делать и так далее. Друзья, всем пока, до новых встреч, до встречи уже дома, буду дома уже. Это вот это видео, которое сейчас вот я снимаю, я его буду дома вам монтировать, потому что сейчас собираться надо, немножко решила побольше отдыхать. Вот, и с балаклавы обязательно будет видео, но дома я буду монтаж делать, вот, поскольку хочется побольше отдыхать, каждый часочек продлить. Все, всем пока, до новых встреч!